там пофиг принес. Так, ну, а что будет со старым двигателем, вы узнаете, я думаю, совсем скоро, чуть попозже, поэтому подписывайтесь на канал, колокольчик там жмите. Вот, если понравилось видео, вот, ставь лайк. Вот, если интересно, что в двигателе случилось и что с ним произошло, тоже пиши комментарии. Так, первый пробный выезд с новым двигателем, Люфан. Давай, давай, ехай. Сделали вот только. С новым сердцем теперь. Ну как всегда. Ну окей. Бать! Бать! Давай туда. Как же нет? Раньше боялся, а теперь все. Давай. Как без рук, да. А что, таскайте? А, это ботва? Ботва большая, жирная. Да, да, да. Второй? Второй, говорю, попробуй. Сейчас он развернись на второй скорости. Вот что значит, забил редуктор солидолом. Вот сейчас вот немножко он покатается, я еще добавлю масло туда. Вот это все густую, такую, как раньше была такая смазка негрол. Вот, вот получится такая консистенция, вот все эти подшипники, все цепи будут там плавать и прослужит очень долго. Вон что на второй творит.
Ага. Крыло вон, да. Первый включи. Ну что, в общем, как-то вот так вот, ребята, первое испытание прошло на славу. Сейчас август месяц. Вот, но ощущение, конечно, как... Да. Недавно, буквально там 2-3 дня. Тепло. Новое сердце, и ты в строю, да? Животный мир. Одно дело сделали. Или нет, ты хочешь подсоединить? Подсоединить хочу, да. А если снимать будешь, что ли? Чего? Вон ту херню. Нет. Что ты говоришь? Ну, первый на второй быстро бежит. Ну не трещи, ну сейчас. Ага. Сейчас маску вот надо. Залить. Сейчас зальем, да, литр где-нибудь надо. Куда? Куда? В редуктор. В этот, в ДЦ. Ой. Видишь как? Молодец. И другой звук, блядь. Хули загнал, блядь. Это что надо беречь, блядь. Как же народное. Ключ надо, этот. Эти дни. А эту документацию убрать, наверное, надо вовка. Под всем положить.
там туалетный, дай за мной. И документация, я закрою. Ключ, наверное, пускай здесь, Вовка, останется. Нет, в этом. А зачем 15 ключей? Не, я тебе думаю. Так, рубрика «Казан коллаб» сегодня будем готовить. Картошка с кроликом. На костре. В Казани. Так, ингредиенты. Что для этого Валентин Николаевич требуется? Берегите посуду. Кролик. Кролик. Натуральный бульдан. Валентин, пожалуйста. Этот вот этот язычок от львы. Какой? Где вот будешь мешать? В машине поближе до рта, а то их не ударит. Забубенимся, наверное, целого кролика, да? Здесь что-то... Вроде килограмма два, наверное. Нет, полтора, наверное. Ну, килограмм полтора даже. Полтора. Так, ответственный момент. Ну, 800. Мясо уходит в казан, чтобы получился коллаб. Вадима никогда вот нет таких ответственных дел. Так, ну что, мясо пускай создарится до желательного цвета. Ну что, продолжаем наш рубрика «Казан коллаб». Ух ты, как все скворчится вон. Солнце прям свет. Вот такой вот домашний кролик. Да. Готово, что не приготовить, да? Ну что, один салам. И попробуем. Ну вот сейчас ролик много просмотров наберет, спонсоры пойдут, ножей хорошие ножи. Лучок, вот такие простые ингредиенты, и вот кориандр целый и перец черный целый. На костер можно смотреть вечно, да? Я по ней вас посвятил. Отсвечивает солнце прям-то. Чернушка тоже ждет. Тоже ждешь, да? А? Тут
Сразу полчаса не будет. Спасибо. Ага. Короче, создали золотистую корку. Такую нежную, золотистую. Вот какая-то. Точно. Натуральным собственным суку. Подсолнечном масле. Немножко на казан пригорает. Ну ничего, в целом страшно. Кыш. Да? Ты прям как Григорий Кавказ, а это только Валек Канаш. Молча все. Берем немного кориандра, перец, лук. Там где проводи не применил, тут и не. Он прям как только из котла. Всем, кстати, приятного аппетита. Ну что, рассказывай давай. Какой индигрен будет дальше после мяса в котел? Так, как я понимаю, он сейчас мясо все вытаскивает. И будет сюда пускать. Как вы думаете, что? Пишите в комментариях. После мяса. Бать, ты что думаешь? Соль, наверное, да? По моему, блядь, сейчас морковки, яйца, лук, яйца пошарить. Ты бы так пустил бы, да? Нет. Ага. Сейчас посмотрим, что твой сын сделает. Натворит. Хатлан. Хатланать. Ага, вон прям так. А вам, я беру яйца. Там, где с Володей салат не показал. Какой? Ну нет, народ. Не готовил он что там, да? Или было? А делали? А мясо где купили? Были бы бабки? Да. Были там. Санька, наверное, не занимается они сейчас мясом, да? Ну, есть вроде цыплята. Так, ну а у меня тем временем стены пока сохнут. Пойдемте покажу, что там получилось. Так, ну и после мяса следующий этап была картошка. Вот так вот все это масло обжарено. В принципе, ее и сейчас можно уже есть. Она сырая. Это молодая картошка, кстати. Кролик как раз и молодой кролик с молодой картошки. Вот такое. Ну и здесь уже начинает томиться лук. Кинза, перец, потом все пускаться будет.
Дорогие, ужинаем, ужинаем вкусно, ужинаем в компании друг с другом. Ах, вот оно богемское, это сидит руками. Все, приятного аппетита, вообще не теряя ни минуты. Цыпленок, гриль. Как вкусно. Ваше здоровье. Бляга, вкусно. Наслаждаться едой нужно уметь. Бляга, вкусно. Очень. Очень.